Это Симодок, блядь, или что? Сразу видно, анимешник делал. А, анимешник, блин, ебаный. Уйди нахуй. Сука. Шедевр! Это просто нереально. Это самое лучшее, что я видел. Самый лучший мувик за всю жизнь по доте. Это просто нереально. Yes, I like it. Yes, I like it. Блять, что с папичем? А, видосы, блять. Ай, блять. Я забыл про... Это в доте смотреть видосы? А, вот, Short Film Contest. Ебать, наконец-то. Фу. Еле заметил. Чаров летит. There was an idea. Full screen сделай, блядь, to fight the battles between the ancients. They don't like each other very much. You call this a group of remarkable heroes? The dire ancient must fall. And we will give our lives to defend ours. So that's it, huh? What, some sort of defenders of the ancient? А, это Dota репортер, блядь. We're all the hero of our own story. There's only one way we get through this. Working together. I might not know everything about this complex game, but I do know what is worth fighting for. What are we fighting for? MMR. Zizza! You done? You knew! Yes, I'm aware that I used the shrine. It was an accident. It was a misplay. А, типа, это плюс, это минус, это нейтральное. Ну, yes, I like it. Я не думаю, что мне прям понравилось. No, not really. Ну, давай, короче, skip this video, I got nothing. Нейтральное голосование. Nice. Это Симодок, блядь, или что? Рейли, зомби боится? Сюжет плохой какой-то, как это зомби может бояться? Чего нибудь? Сюжет очень плохой. Плохо придумано. Типа, с зомбаком это. Блять. Чего я фуллскрин не могу сделать, блин? Лол. Бедный зомби. Платича в чат. Зомби порубили. Мне жалко его стало, лол. Ну, блин, сам сюжет, конечно, с этим зомби, то, что испугался, и, как бы, начало мне сложно воспринимать из-за начала. Блин, зомби поднялся, он же, зомби же безголовый, он думать же не может. Но вообще, не знаю. Блин, если бы был вместо зомби что-то, если бы они сделали что-нибудь, знаете, кто там еще существ призывает? Бисмастер. Ну, хуй знает. Ладно, yes, I like it, пусть будет. Это Вултастрон, это Вултастрон. Вултастрон. Это какой-то горимый меч. Не помню, что за меч. Это дефолтный же вроде. Бля, Эмбер какой-то профильный. Джаггер с Адачи или что?
что, аниме, блядь, или дота? Сразу видно, анимешник делал. Сука, анимешник делал! Все абсолютно приемы из аниме только что за 5 секунд вставил. За 5 секунд он вставил все, что, блядь, в аниме есть. Все, за что аниме ненавидят, блин. А, анимешник, блин, ебаный. Уйди нахуй. Хочу раскипнуть со своим аниме. Да мне похуй, иди нахуй. Я не люблю аниме смотреть. Зачем он аниме в свой поставлял? Скажи спасибо, что дизлайк не поставил. Это интересно более-менее. Как за шейкером гонятся. Алло, это Огр за него играет? А ну да, он же крикнул this way, точно. Бля, это лол был. I'll shake them to their core. У него Аганим или чё, бля? Он с Аганимом или чё? А чё не сказали, что у него Аганим? Ну, это было прикольно. Kung hindi kita nakasalubong, malamang bit-bit po yan hanggang doon sa kabilang bundok. Ikaw, mukhang mabigat yung dala mo ah. Hala, mga lumang gamit lang? Oo, ibigay mo na sa akin para mapakinabangan ko pa. Ito para to ili niyat po yun? Okay. Ito creepy? Parang mabigat ata ang dala mo ah. Baka pwede mong bawasan. Опять с удачи Джаггернаут или что? А разве Джаггернаут такой быстрый? А, это Омнислэш. А, это Омнислэш тогда, ну да, окей. Это он ультанул. Ну, вообще... Концовка охуенная, зачем он его позвал? Даже не знаю, лайки или просто скип. Скипай давай. Я не знаю, просто скипну. Пока все видосы довольно-таки интересные. Да, ульт скрипов, блядь. Уебищная какая-то анимация. Who needs a big brain? Это какая-то хуйня, блядь. Дизлайк сразу. Что за говно, блядь. Уебищно нарисовали, противно смотреть. О, это... Что-то в стиле Кендрика Ламара. Now you're really in trouble. Нет, not really. Spider-Man Juggernaut?
какая-то лютая хуйня. Шедевр! Это лучшее, что видел в своей жизни. Вот. Это гениально, это шедевр. Просто... Просто нереально! Это самое жесткое. Я должен это сохранить на компьютер. Я должен сохранить название видоса. Это просто нереально. Это самое лучшее, что видел. Самый лучший мувик за всю жизнь. По доте. Это просто нереально. Yes, I like it. Yes, I like it. Это просто нереально! Вот это да! Как же гениально! Каждая секунда мовика гениальна! Это настолько гениально! Гениально! То, кто это сделал, он просто гений! Это просто гениально! Это слишком гениально! Я не знаю, это гениально, это 100 на 10. Я должен это сохранить на комп и вечно смотреть. Просто гениально. Attack! Not enough mana! Бля, нас собрали самые смешки смешные. Почему он раздетый? А, лол. Карл, here's your final test. And now for a very simple chain of invocations. Nothing too complex. Забавно. Что? Хорошо. Have you ever wondered what kind of nightmares he can give you? No. Это что, начало Нолана или что, блять? Что ты так же посмотрел? Начало Нолана или мувик по доте? Как будто Кристофер Нолан снял начало 2. Вау, это, конечно, я оценил. Но то надо, как бы, не каждый оценит бы этого. Это жестко было. Надо тоже сохранить, maybe. Пиздец. Это... Нолан снял «Начало 2», только что мы посмотрели. «Начало 2» буквально, «Инсепшн 2». Жесть. Сны во сне, что? Охуенно. Охуенно. Это можно так долго смотреть? Я уже Next игру комментировать не буду, не ждите, если что. Я точно не буду комментировать. Не ждите комментарии.
такое. The battle begins. I will commit this to memory. I stop no more. Cool. Иди нахуй. Oh, the people you'll meet in a Dota 2 game. You'll find some will be sweet, but most will be lame. But like it or not, these men are your friends. Well, maybe not friends, more means to an end. The first one's a person you'll already know, and despite what you call him, we'll call him the pro. He'll call himself Dendi or maybe Sumail, and then he'll take mid and he'll feed with... Хуйня какая-то. Надо было дислайк поставить. Я дислайк не поставил, надо было дислайк ставить. Ошибка. Я должен вернуться, дислайк поставить. The people... Теперь все правильно. Нельзя ошибаться так. Чё Сторм голый? Я проебал момент. Я не понимаю, что происходит здесь. Что как-то монтаж сложный. Что вообще происходит? Автор, ты долбоёб? Сука, блядь. Давай набей тебя, автор, да, я понял, но... Найс монтаж. Рейскинг может блинкнуться, когда ему нанесли дэмэдж. Иди нахуй. Ты ему только что дэмэдж нанес. Как он мог блинкнуться, если ты дэмэдж ему нанес? За кого ты меня держишь? За придурка, блять, автор. А, уже закончились видосы? Так быстро? Я не смог нажать next видео. Рейскингу нанесли дэмэдж, а он блинкается после дэмэджа. А, так видосы закончились, лол. Опять уже те же самые. А, так видосы закончились, походу. Опять те же самые. Ну или не закончились, но они повторяются, короче. Ладно, guys, всем пока. Последний видос супер дурацкий. В Райскингу дэмэдж нанесли. Он же его зацепил хуком. А тут блинкнулся, вы что, гоните? Он же не может после дэмэджа блинкаться, блядь. За кого вы меня держите, сука? Посмотри. Что там, блядь? Чего такой долгий? Он же не может после дэмэджа блинкаться, блядь. Поэтому я не мог найти, потому что не дает поменять. Этот я смотрел. Этот я смотрел. Этот я дизлайкнул. Этот дизлайк. Это я смотрел. 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 All pick.
Make your offering. Дизлайк, ну, вроде. Divine Ability Draft я смотрел. Ability Madness я еще не видел. А, не, это я видел. А, все, понял. Окей, досмотрели эту хуйню? Вы имели в виду. Ну вот, он ему дэмэдж наносит. Дэмэдж нанес, он его зацепил, он ему нанес дэмэдж. Блять. Ну он ему нанес дэмэдж, он его зацепил, блять, ну что за... Что меня должно заставить поверить, что этот видос хороший? Да хуйня лютая, блин, с нулевой секунды хуйня. Все правильно сделал, что сразу выключил. Это я видел уже. Это самый шедевр, это вообще пиздец. Это самый лучший видос. Это самый лучший видос из всех, что я когда-либо видел по Доте. Самый лучший за всю историю Дота видос. За всю историю Дота 1 и за всю историю Дота 2. Это самый лучший видос за всю историю всех Дот. Лучше я никогда ничего в жизни не видел. Я видел на том же уровне видос, если кто вдруг не смотрел. Сейчас я покажу со своего компьютера. А, так они закончились, у меня опять нету. Это тоже. Сейчас я покажу со своего компьютера еще один хороший видос, один из лучших по Доте. И точно уже оффну стрим. Сейчас этот видос быстро найду, с компа уже. То есть, который можно сравнить по уровню, да. Как он назывался? Вот, я его нашел. Сейчас я вам включу, покажу последний самый видос. Который можно сравнить по, вот, ну, по охуенности. Все, guys, и всем пока точно. Вот. Называется The Browser. Это с предыдущего года, собственно. Это, думаю, топ-2 видос по Доте, а то был топ-1 ever. Это топ-2, maybe. Тоже очень охуенный. Думаю, многие видели уже. Охуительный видос. Вообще, все в тему идеально. Кто спойлерит, блядь, вот хуесос. Банди спойлерщиков. Бля, мне же реально грустно стало, когда первый раз посмотрел. Прям вообще так грустно стало, вы себе не представляете. Ну... А, идея позаимствована, блядь. Сейчас смотришь, как будто какая-то минус морали. Из одной короткометражки я видел ее. Просто очень хороший видос. Это была реклама какого-то виски. Так грустно стало, когда первый раз увидел, вы себе не представляете, это пиздец. Та же самая идея была. Ланга, все, я хотел уже давно оффнуть стрим, всем пока. Всем спасибо еще раз за донаты. О, секрет ликвида, я как раз и не видел. Это самое чувство, когда увидел Котлерка. Котла и Батрайдера в первых трех пиках. Так, ну что, надеемся на интересную игру. Интересные игры — это пиздец редкость.
Наконец-то кто-то не использует ебучего ската. Наконец-то нормальная птица для Батрайдера. Спасибо! Спасибо, что не скатил Батрайдер Клок. Бля, как это комментировать? Как можно прокомментировать их пик? Тут только три слова. Да, это жестко. А что еще сказать по поводу этого пика? Ну, ж был какой-то кор. Бля, он делает эту хуйню! Они же одевают шмотки только после пиков. Ой, блядь. Смотрите, как... Смотрите на это, блядь. Во внутренности виднеются картонные, картонные. Как Вольво такое могут добавить в игру? Ой, блядь. Ну, ожидаемо. Не решили меняться лайнами с Бристлбэком. Так, це жорстко. Вот сейчас Инвокер должен потратиться на топ, а Бристлбэк идти на мид. Но нет, сори. Инвокер решил идти дальше. Бля, печально. Слишком слабая в начале игры. Ну, пиздец. Ну, ему никто не поможет. Почему не надо помощь на лайне? Ну, я хуею. Кстати, раз она и зашел, блядь. Раз ты уебищно зашел, под вышку подставился, блядь, сдох от колснапа. Бля, почему я фраги пропускаю? Какой вообще его убил? Как можно на ебаном балларе ночью пойти на фиде Бристлбэку? Сука, я не виноват! Я что, виноват, что противник лоускильный пидорас? Если чел на балларе ночью умирает, я виноват, что я фраг пропустил? Как вообще можно в теории умереть от Бристлбэка? Ты просто ночью решил на балларе подойти и умереть от героя, у которого нету стана, у которого нету замедления не прокат... Сука! Непонятно вообще. У Бристлбэка ничего не будет. Даже Бристлбэк будет фидить этой ебаной бурде. Раста всю игру ничего не делал, прошел второй раз, умер. Это пиздец. Раста пока... Единственный, кто сливает эту игру для Дайер. Сейчас посмотрим, насколько сильно уверенность помогает. Уверенность в себе против Радика на 13-й минуте на Брутмазер. Сейчас посмотрим. Сейчас проверка будет. А где Сайленс? Сука, блядь, пидорас! Сайленс сразу кидать надо. Ой-ой, блядь. Найс Сайленс. Хули ты ж так Сайленс кидаешь, Ракова? Что на Икс не щук? Конечно, уровень игры Расты в этой игре поражает мое воображение. Все три смерти настолько уебанские, что даже... типичный саппорт из ранки, да, типичный саппорт из ранки, да, я не знаю. Так, це жорстко. Нормально, наконец-то он справился с Сайленсом. Я рад за него. Ну кто за ним бежишь? Кобрды уровень 17-й. 17-й! Там у Челика 8 уровни в команде еще есть. Ух ты, ё. Сейчас бы фраг пропустить. На Экс никак не может выжить. Переключить армлет! Лол, да, найс дэмэдж. Как вообще в роду оказалось, блядь? Ты закинулся под райдер? Это жесткий переворот. Тычка, миллион дэмэджа! Чуть-чуть раз-то сдохнет. Сложно, конечно, выжить. Почти, лол. Странно, что ему не хватило так спида. А, у него ПТ нету. Был бы Ордрец, убил бы раз-то, лол. А где морф? Орб КД еще немножко. Тут же нет, тут же нету морфа. По-моему, мог выживать, если бы он просто бежал сюда. Кинул орб, и только так сразу. На Эксу нельзя умирать здесь, вот на Эксу нельзя умирать. Тут вообще лучше отступить, бруда без маны, это супер ошибка тут драться. Я хуй знает, может быть и не ошибка. Я не заметил Черика, который там подходил, это в коне ошибка. Минус Баланар, я не думаю, что этот фраг имеет значение. Сколько Баланар смертей? 2-7-2, найс играешь. Ух, нихуя. А кто на Баланаре играет? Не советую бурде фидить, когда ее челики на подходе. Сейчас можно найс подраться, если бро не нафидит. Ну бля, ну нахуй ты фидишь, только не фид сейчас. Ну это очень плохо, твои челики вот прям подходят. Ну бля, это не фид! Нит! Ура, найс.
О, жестко. Как раз идеально вышло, брата не нафигел в итоге. И не пришли всех добивать. Ебать. Бристлбэк просто бегает, бля, ну без Радика тут ничего нельзя сделать в этой игре. Да, он выживает, он пиздец долго живет, но все равно же него раскайдят. Это неизбежно. Неизбежно. Нельзя быть полезным в такой игре без Радика. Нельзя, нельзя, нельзя. В команде нет никакого дэмэджа. У тебя есть котел и батрайдер в команде, и клокверк. Кто будет дэмэдж наносить? Кто будет наносить дэмэдж, если ебаный Бристлбэк собирает соло крест? Это самое чувство, когда увидел клокверка. Котла и батрайдера в первых трех пиках. Это примерно был смех Бруды. То, что она думала про себя, когда она так смеялась. Ой, респект твоим ребятам. А, я думал, это МКБ. Нет, нихуя. Я вижу Доминедж, думаю, МКБ. Нет, Дайдаус. Видим соло крест, собираем Дайдаус. Че ты маму не включаешь? Алло, 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 алло. Нажми кнопку, ну бля. Ну почему? Я пытаюсь за него прожать. Давайте ему поможем, поможем прожать мом. Сука, у меня не получается, помогите. Ну, это Найс загулял. Так у чела нету даже стана после... Это самый сбалансированный пик за всю историю доты. У них не было стана после сетки батрайдера и не было дэмэджа, чтобы убить за сетку! Так, це жёстко. У него есть БКБ, но пока не нажимает. Нахуй ты ждал так долго? Ну ладно, не важно. Нахуй ты бежишь за Вокером, который может прожать инвиз в любую секунду. Ну как всегда, абсолютно каждая проигра, блин, это абсолютно, абсолютно все связано с ебаными пиками. Мы смотрим не доту, бля, а играем в шахматы. На пиках все решается, блин. Как всегда кто-то пикнет прикольчик. И типа смотреть, ну, можно, конечно, смотреть. Смешно, можно рофлить. Но по факту... До самой игры по пикам понятно, в принципе, как обычно. Если Бурдин заегает, сейчас сдохнет. Блять. У Бурда нет рейджа, придется сдохнуть, а не на экс. Сейчас Бурда не загуляла, можно было бы заканчивать на экс пушем. А так. Дают надежду. Here I am. Пуки еще реально мало маны. Можно догонять. Он промахнулся! Ладно, неважно. Они должны видеть, что мало маны. Барак убил! Пока не гоняли за Пукичем! Лол! 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 Чего просто барак съел? Причем милишный. Так, это жестко. Ну, игра давно уже закончена. Посмотрите на эти нетворсы, посмотрите, бля, на героев, на нетворсы, на героев, на нетворсы. А счет равный, это вообще такой лол. Прикиньте, сейчас кто-нибудь, ну, в англоязычной трансляции или в ру-трансляции, пусть кто-нибудь комментирует, там, разговорчики, типа, у команд есть шансы, у Radiant есть шансы выиграть, у Radiant есть шансы камбэкнуть, это так смешно, наверное. Когда у Radiant нет ни одного шанса. Я такое не раз слышал. Знаете, счет равный, и комментаторы говорят, есть шансы, они пытаются интригу сохранить, но шансов нет, это так тупо интригу сохранять, когда игра закончена. Всем похуй на этот счет. Да хоть, блядь, 30-17, да хоть 40-17 в пользу Radiant, какая разница? Игра закончена уже все давно. Какая нахуй разница, какой счет? 22к преимущество при таких героях? При таких вот пиках? Никакого, бля, ебаного микрошанса. Да вообще похуй, убейте хоть 5 раз подряд, не похуй. Я знаю, что игра закончилась, и любой адекватный человек это понимает. Ну убейте еще Бруду, это вообще похуй. Вы можете убить их 5 раз подряд, буквально, если вы проиграете, гарантированно. Вы уже тут не выиграете с котлами, с вашими батрайдерами и клокверками. Вы уже не выиграете из такого говна. Это уже просто, блядь, нереально. Просто, ну хуй, хуй получится. Просто перекусил вышкой, зашел, сейчас еще раньше бараком перекусит. Ненавижу, когда начинают бить мили барак сначала, пиздец, ненавижу, терпеть не могу. Ради этого котла пикал в конце игры задуй паучков. А когда твоего инвокера в рот ебут на лайне в начале игры, ты котлом где-то в жопе сидишь. Красиво. Убили Раста, всем похуй. Кстати, Раста змей что, не поставил? Найс, найс играешь в доту вообще, братан. Зачем ты Расту пикаешь, бля, и змеи не ставишь?
Меня на бараке сейчас будут стоять, потому что чел на расте не смог змей поставить. Ну пиздец! Ну как можно на расте змей не поставить? Что может быть проще в жизни, чем поставить на расте змей? Ты тупо их ставишь, хоть поставь где угодно, не знаю. Ну где угодно поставь. В любом месте, в рандомном. Это лучше, чем мне поставить. Ладно, на Экса не война, похуй себе в бараке. Не навсегда в голос, когда раста змей не ставит. Ты что, бурда кушает, бля? Ой, классная игра, интересная. И пики интересные. О, Атос на инвокер? Нихуя. Или это Котл? Всё, мега. Красиво. Еще 19-19, блядь. Дота. Одинаковый счет, когда одна команда уже проигрывала последние 15-20 минут просто без аутов. Зато одинаковый счет. Лол. Так забавно. Убей этого котла, блядь. Все, он дэмэдж получил. До конца отбиваются, до конца. Неужели не понимают, не могут понять, осознать, чем больше вы играете, тем больше вы минус моралитесь. Это азы. Это азы всего, чего только можно. Это не доты азы. Если ты проиграл, ты должен признать поражение и выйти из игры. Ты не должен продолжать. Когда ты продолжаешь играть, когда ты проиграл, ты минус моралишься. Ты не получаешь от этого плюс морали, от этого только деградируешь. Наконец-то рефрешер и две пачки. Гриф! До конца! Глиф! Давай под фонтан его тащи, давай! Давай, блядь, давай! А, ты на себя тоже сделал сетку? Так, це жорстко. Вот это пиздец, не играй дальше. Пупей 4200, блядь, норм. Когда тром падал. That's incredible! Там против антимага будет стоять, что за лайн? Жесткие типы или нет? Ну, не станет. Окей, застанет. Ну, ФБ всегда плохо. Как бы то, как могут выиграть Дайр, это вертолет на сноуболе, и потом они пушат с пугной. Второй раз подряд умирает? Что? Просто мусор, блядь, два раза, меньше чем за минуту, он, кстати, умер два раза, меньше чем за минуту. Кто это? Тупо играет? Мусор, блин, да по-другому даже не скажешь. Я бы сгорел. Как дышай после такого. Ну не знаю, ща вертолет. Ой, блядь. Хоть фраг бы антимагу, нормально. Окей, у Санкинга нет маны. Если антимаг фраги получит, два фрага это... Вот это вот хорошо. Это вот классно. Ой, еще этого забрать. Ой, хорош! Ой, хорош! Ну давай добей его! О, хорош, ебать. Бля, я уже забыл, как здесь там было. Здесь бы в Райс Кинг был второй раз проще это все сделать. Но блядь, даже так это... Ух, как хорошо. Опять! Не хватит, бля! Висп, не зли меня. На рекорд идет? В ситуациях, где, ну... Ты не должен умирать. Нахуй вообще выебываться на вертолета. Какие ошибки, блин, дурацкие. Пугну добить, найс. Что мне захотелось морфа 4200 пересмотреть. Мама не туса. Есть коса. Можно делать косу прямо сейчас. Найс. О, блядь, найс, найс, найс. Найса! Дальше не надо бежать. Куда вы выебываете? Зачем вообще? Очевидно, что вы уже его не убьете. Бля, ебать, это... земля тебе пухом, братишка!
Это, бля, пиздатая ульта очень. Такую ошибку даже не сделает 4К мусор. Даже 4К мусор такую ошибку очень не сделает обычно. Сука, какая она кайфовая. А я то, что говорю в прошлой игре, то что если так долго, блядь, играть предыдущую, ты будешь в минус морали. Ты играл проигранную игру, блядь, 1000 лет. Теперь у них минус морали, они играют как говно. Так умереть, вот это вот смерть, это все. Это все, все уже сказано. Я удивлюсь очень сильно, если Дайер выиграет. Я буду супер удивлен. Все из-за минус морали, я уверен. Это тупо минус морали зарешало. Потому что прошлую игру играли 20 минут лишних, когда игра была проиграна. Вот и все. О, почти хороший камень. Можно добить клубну? Не колеса, так и не убили бы этого. Виз пожертвовал своей жизнью. Как жаль, Виз не куб. Почему там кубом не играет? Ну бомж, сука. Походу пиздаем. Пять. Ой, господи. Дина, тимак. Симка преимущество на 13 с антимагом в пике. С антимагом в пике симка преимущество. Идите нахуй, бля. Чем вы вообще играете? А чем вы вообще дышите? Охуенные игры. На 13 симка преимущество с аймом в пике, против которого пришла, блядь, агрессивная линия с гирокоптером. Пупей 4200 решает. Хоть не крыли-то убьете. Блять. Ну, в пятером. Продавили ебалок. Заметьте, 2к вернули одним фрагом. Лол. Чел 12 уровня, Фида на уст 3-0. Бля, я просто не смотрю, охуеть. Найс. Ой, блять. Тут кэрри фиданул. Бревном добил. Че, этого еще? Так, это жестко! Он его скидить хотел! Челики уже рофлят. Кстати, он сам не убегал, у него была мана на портал, теперь он решил попытаться засейвить, а хуй там плавал. Оп! Нихуя себе. Мизантроп. Самец на виспа. Интересно, интересно. Блять. Мне его даже не убили. Вот это разъёбченка! Как это ещё... Они даже с Анасом ничего не сделали этим. Бля, какой же позор, бля. Три игры по пику, четвёртая игра, челы в тильте уже катают. А эти челы рофлят. И что бля, мы смотрим, бля? Они реально рофлят, бля, пиздец. Ну помойка ебаная, ну блин, уже не хочу, уже на сегодня всё. Не просите приз. А то некрасиво получается, ну вы донатите, типа... Донаты идут, а я отказываю. Некрасиво. А, они на ноль. Слишком они хорошо стоят. Ух, ебать, какой идеальный ульт. Ой, бля, камень по троим? По четверым? Ебать. Бля, это охуенная ульта. Красиво. Сука, хочу себе иммортал, но не зеленку прожал, молодец. Сука. Тин-тин! Не, ульт был, мог еще добить... А, не, у него фулмана. А эти челы не сдаются. Шансы-то есть всегда. Шансы есть. Я подумал, чтобы выбирать, что комментить, что нет. Когда захотел, типа, когда уже думаешь, что уже все хватит, то не комментишь. Мартун Бамэн, блядь, наваливает. Very nice. Чел до конца я потею. Надо пиздец какой-то. Тимак по фану скади собрал, блядь. Почему у меня Скади? Почему что-то не по приколе? Почему не собрал Этернал, например? Скади это типа смешно? Почему не Этернал? Вы понимаете, как охуенно собрать Этернал на антимаге? Мало того, что тебе агилити кучу даст, типа классно, на иллюзии и т.д. Так еще ультануть под Этерналом, это ж тупо кайф. Почему не Этернал? Почему Скади? They're all dead, блять. Их мораль мертва. Я бы сказал, что еще мертвый у них.
Ну вы догадались! Не буду говорить лучше. А то опять скажут, пиздишь на игроков. Где? Нет, не я, не я, не я. Можешь посмотреть предыдущие ролики. Так, я хочу посмотреть Морфа 4200. Бить в поиск. 4200. Что-нибудь. О, да. Так. Какое? А, вот это. Он меня уставал? Ты где, за химиком? О, не, я его вспоминаю, блядь. Ебать, что за долбоёб собрал, блядь, эту хуйню? Ну почему не помогаете ты, блядь? Почему ты контроль не даешь, блядь, нихуя? Нахуй, я не буду с тобой играть. В очко, блядь. Ты чё, ёбнулся, что ли, сука, блядь? Кто? Я контроль не даю. Я сдал стан, влетел на блинке, блядь. Это нервный удалятор, блядь. Это провокация нервной системы на функциональную химию. И же так же, блядь, мы с тобой в соцсети находимся, блядь. Если я страдаю, мой герой страдает. Это переносится на мою белую гармонию. Страдаю, блядь. Я что? А ты за счет этого эндорфиновую группу гормонов. Петух ебаный, блядь, малыш. Иди на что дальше фить, блядь. Чёрт ебучий, блядь. Блядь, сука. Что вы пиздец, блядь? Ай, блядь, это что-то, блядь. Блядь, это топчик, просто топчик. Блядь, просто светил его, понимаешь? Я просто его светил. А Лига должна была сделать блинк, обширить меня, дали на него... Всё, блядь, это пиздец, блядь. Всё, блядь. Дальше меня спрятать, где я встал, блядь. Всё, 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 мы выиграли. Интересно, я знал, что понимаешь? Дальше в кодрим Рошана, он появился. Сэн сейчас пойдет Рошу фармить. Всё, блядь, это изи гейм, блядь. Они ребята слабые, кто против нас играют. Они наглые, но слабые. В итоге, блядь, я свечу и дохну. Нахуй такие игры нужны, блядь. Пиздец, блядь. Так, что он сказал? На мою белую гормональную регу... Где, блядь? Это нейромодулятор, блядь. Это провокация нервной системы на функциональную химию. И же так же, блядь, мы с тобой в соцсети находимся, блядь. Если я страдаю, мой герой страдает. Это переносится... Блядь, когда он сказал страдает, я сразу подумал о Томми Вайса. Томми Вайсо. Вайсо. Привет всем! Привет! Смотреть Аляшу, что ли? Здорово! Ну, я типа занимаюсь переездом в новую временную пещерку, так что, ну, сорян. А сейчас балкон вот там. И мне скоро придется туда переехать. Вот, сейчас я просто даже не за своим столом сижу. Да, а стул здесь пиздец скрипучий. Вы просто послушайте эту симфонию. Блин, это знаете, это нужно, короче, сделать черный экран и просто вот эти звуки. Что обо мне люди подумают? Почему ты стримишь в детском магазине? Это неправда, это все мои друзья. Зашел смотреть Аляш и показывают рекламу презиков. Что-то яркое я не особо люблю, потому что когда меня ярко красит, я выгляжу как ребенок-шлюха. Вот, я и так не то чтобы взросло выгляжу и целомудренно, вот, а когда у меня там губы накрашены ярко, или глаза накрашены ярко, я реально выгляжу как ребенок-шлюха. Вот пиздючка, которую продали в рабство, и она сейчас продает свое тело за деньги. Не то чтобы я чем-то другим занимаюсь на Твиче, но тем не менее. Так-то и с первого взгляда было бы понятно. Тебе больше не нравится стримить. Твоя мечта оказалась крахом. Нет, она села. Ты будешь ты стример. Первый в мире пёс стример. Она здесь. Аре, камера там. Аре, вот, вон туда смотри. Вон смотри, вон туда. Смотри, читай чат. А, блядь.
Версу, ты первый собака-стример. Ну ладно, тогда мы второй, после первый после Версуты. Стул поверни. Я не могу ее повернуть, она спрыгнет. Командам обучен? Да, смотри. Арья, дай пять. Это не то. Арья. Вот стерва. Арья, сидеть. Дай пять. Молодец. Дай пять. Молодец. Я не знаю, видно вам или нет. Ну-ка. Дай пять. Молодец. Молодец. Я не знаю, какие ты еще команды знаешь. Ну давай, по съёбам тогда. Кто этот святой человек, который согласился тебя терпеть дома? Терпение ему. Решетка Аляшу на балкон. Аляша на балкон. Женщина! А ты в труса? А ты в труса? Все, милая Волечка, поставь. А можешь одеться? Тут хотят посмотреть на человека, который меня приютил. Давай. Добавляешь, но не Диадовича. Неправда, Диадовича я добавляю, только потом удаляю. Вот это человек, который меня приютил. Вот он. Человек Вьетнам. Без, блэд. Без. О, качейка. Фу, блэй. Покажи Полину. Полина не хочет показываться, потому что она ходит дома в одних трусах. 4200. Мне кажется, или Полина тебя приютила только из-за того, что ты ее потрахиваешь. Женщина не... Вот, по поводу моего ника. Ребят, это вообще, это такое угарище. Короче, значит, пытаюсь я зарегистрироваться на Твиче. Вот. А прикиньте, короче, ну, типа, я хотела взять ник Аляша. Ну, типа, Оля, да, Аляша, милота, хуета, вот это вот все. А прикиньте, он занят был. Я дам вам переварить. Тебя я убью последним. Занят был, да? Все уже, да? Переварили, поставь, да? Идем дальше. Моль, а... Так вот, ник Аляша был занят. И я знаете, что сделала? Я поставила А в конце еще одну, чтобы типа Аляша. Здорово! Привет, ребят! Сука даже не знает, что вы спрайте. Это восхитительно. Если я буду сидеть на Твиче, все будет хорошо. Твич это не позор. Твич это не дно. Когда повзрослеешь, да, собираюсь. Сейчас. Еще чутка посижу. Камера не инверсирована. Не инверсирована?